командир. Но расслабляться пока рано. Штормовой щит главной базы маловат. Нам нужно его расширить. Думаю, я знаю способ расширить щит. Он не вполне безопасен, но мы справимся. Итак, проблема, о которой я упоминала. Оказывается, у штормового щита есть кое-какие взрывные свойства. Вообще-то это практически бомба. И мы не знаем, почему это устройство создает щит, а не маленький кратер. То бы я жаловалась. В общем, это улучшение может нас всех убить. Но послушайте, может ведь и не убить. Итак, приступим. На этот раз у нас нет разведданных. Нападение может быть откуда угодно. Стоит подготовиться к нападению с востока и запада.
Когда будете готовы к бою, выберите «Расширить щит» в терминале штормового щита. Thank you.
Начали! Сила щита растет! Готовьтесь к нападению с юга! Thank you.
с востока. Чувствуете силу щита? Мне аж не по себе. Мы улучшим.
улучшили главную базу, так что теперь здесь поместится больше выживших. Поделитесь этой прекрасной новостью. Выжившие в опасности. Новости разлетаются со скоростью света. Итак, уважаемый абонент, чем мы можем помочь? Я сопровождал группу выживших. Нас окружили. Я потерял их из виду. Помогите им. Это хорошие люди. Не могу не спросить, а плохие люди среди них есть? Просто нужно же знать, кого мы спасаем. Поспешите. Мне послышалось, или вы сказали «возможно»? Ладно, спасем этих выживших. С этой бурей. Thank you.
Это непростая цель. Продолжаем поиски. Сюда! Побольше бы таких, как вы. Не могу! Вы лучше всех!
больше врагов! Расскажи, не поверь. Побольше бы таких, как вы. Цель обнаружена. Установите циклоп на точку, когда будете готовы. Доступно дополнительное задание.
плохо. Заправьте циклоп синегелем. Откройте центр управления, когда будете готовы начать. Этого синегеля хватит. Вы справитесь, командир.
меня правда из пекла вытащили. Совсем забыл, что 15 лет не занимался спасательными операциями. И эта оплошность могла стоить жизни вашим людям. Не важно, что ты знаешь и умеешь, если не готов пойти и сделать, что надо. Да мы хоть на край света готовы пойти. Но что там насчет знаешь и умеешь? Звучит-то неплохо. 25 лет в армии, 5 лет в должности сержанта-инструктора, 10 лет офицерского стажа. А, типа ты все знаешь и умеешь. Это свечусь отлично. Изнутри. Добро пожаловать. Эй, Карл, я знаю, что ты на меня все еще отвлекся. Без тебя я канал все вихрь кошмар. Все добро теперь твое. Ну, не вихрь, а так, скорее, небольшой ветер. Я измерила его скорость. Приятно, что ты так обо мне беспокоишься. Еще как. И чтобы с тобой такого больше не случилось, я построила метеостанцию. Смотри. Первые три метеозонда вот-вот прилетят. Вот они. Первый метеозонд. Отчет о наблюдениях. Мы будем танцевать под ваш отчет. Я на его вопли. Ладно. Второй метеозонд. Какие новости? Черный ветер унесет крики живых и пепел мертвых. Ладно, третий, на тебя надежда. Кровь! Краткость, сестра таланта. Метеозонды чем-то заражены. Надо бы проверить. Смотрите-ка! Да, все в дом! Думаешь, ты справишься?